Находясь на пересечении региональных и федеральных транспортных путей, Саратовский район ответственно подходит к решению одной из важных насущных проблем. Речь идет о строительстве и ремонте автомобильных дорог. Их общая протяженность на территории Саратовского района почти 1000 километров. В 2018 году был выполнен ремонт трасс с асфальтобетонным покрытием и дорог с переходным и грунтовым покрытием общей площадью более 27 тысяч квадратных метров. В нормативное состояние приведены и автодороги общего пользования местного значения. Знаковым событием не только для Саратовского района, но и для всей области стало открытие северного подхода к аэропорту «Гагарин». Добраться до Сабуровки теперь можно в два раза быстрее. Дорогу строили около 2 лет, ее длина 12 километров. На всей протяженности расположены 4 транспортные развязки, установлено ограждение и дорожные знаки. Новая трасса разгрузит существующую дорогу от Шевыревки до Сабуровки. События. Мы часто ездим тоже, родственники из Сабуровки ездим туда. Конечно, события. И здесь развилку сделали. Я думаю, что будет очень удобно. Дорога всем нужна. Дорога – это жизнь. Вот с открытием этой трассы и аэропорта «Гагарин», я думаю, что село Сабуровка останется на карте Саратовской области. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» более 12 километров асфальтового полотна заменили на трассе «Саратов-Красный текстильщик». Подрядчиком выступило дорожное предприятие номер 6 под руководством Александра Епишина. По итогам года компания получила почетное знамя как главное предприятие в сфере транспорта, связи и дорожного хозяйства Саратовского района. Местные жители отзывались об этой дороге как «дорога жизни», потому что она связывает 4 населенных пункта. Иммиграция населения в выходные и праздничные дни составляет до 100 тысяч человек. Местное население работает в городе Саратове, поэтому здесь очень интенсивное автобусное сообщение, большой поток легкового транспорта. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» также выполнены работы по замене дорожного полотна на трассе Саратов-Дубки-Новая Липовка. 6 километров качественного современного покрытия закрыли вопрос о доступности населенного пункта на ближайшие 10 лет. На следующий год запланирован капитальный ремонт от Липовки до Шевыревки, и практически будет дорога отремонтирована в следующем году до аэропорта. В планах руководства района полностью уйти от ямочного ремонта и перейти к капитальной замене асфальтобетона. В рамках содержания региональных дорог порядка 15 километров нового асфальтобетона будет положено в этом году. Это подъезд Красково, значит, это подъезд к Синеньким, это подъезд к Рыбушке. Вот как бы по 3, по 4, по 5 километров будет выполнен. В планах развития автодорожной сети завершить ремонт трасс от Новой Липовки до Шевыревки, а также заменить асфальтовое покрытие на подъезде к селу Усть-Курдюм. За счет средств местного бюджета будет отремонтирован подъезд к селу Константиновка и Свинцовка. В этом году ожидается реализация еще одного крупного проекта по строительству объездной автодороги от Красного текстильщика до Заводского района. Новая трасса поможет миновать 3 из 4 железнодорожных переездов и ускорить время в пути между населенными пунктами. Успешно развивается в районе и дорожная инфраструктура. В 2018 году были введены в эксплуатацию 2 надземных пешеходных перехода на трассе Саратов-Усть-Курдюм и на подъезде к Вольскому тракту. Оба объекта построены по программе «Безопасные и качественные дороги». Общая стоимость 2 переходов составила почти 100 миллионов рублей. Несмотря на аномально снежную зиму, ее последствия не стали препятствием для жителей Саратовского района. Снегоуборочная техника работала круглосуточно. Одновременно привлекалось до 80 единиц. Справляться со стихией помогают 3 дорожных предприятия, которые обслуживают региональные и федеральные трассы, а также техника индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств. По словам руководства района, успех в честном и деловом партнерстве с бизнесом. Хочется отдельно слова благодарности высказать нашим депутатам и тем людям, которые принимают участие в очистке таких населенных пунктов, как Новогусельский поселок, деревня Долгий Буйрак. Благодаря помощи спонсоров и привлечению частной техники нам удается в кратчайшие сроки
осуществлять расчистку всех внутрипоселковых и подъездных автомобильных дорог. Чтобы не позволить последствиям снегопада повлиять на комфорт жителей, местная власть работает на опережение. С каждым выпавшим снегом техника выезжает и расширяет дороги, что позволяет транспорту двигаться в две полосы. Вот центральная дорога к детскому саду, она у нас всегда расчищена. Администрация нам всегда в этом помогает. Перебоев в работе у нас никогда нет. Детей ведут, ставят машины, подъезд всегда есть у нас к детскому саду. На уборку снега привлекается техника различного вида. Автогрейдеры, гусеничные тракторы, тяжелые фронтальные погрузчики, а также мощные тракторы К-700, предназначенные для расчистки удаленных уголков и окраин. Сегодня дорожное хозяйство остается первоочередной по важности сферой деятельности, ведь от состояния асфальтового полотна напрямую зависит комфорт жителей населенных пунктов. Сохраняя набранные темпы и контролируя качество проведенных работ, руководство Саратовского района планирует в ближайшее время решить все дорожно-транспортные вопросы.